Надежда делает нас людьми. Завтра все наладится. Повторяем мы снова и снова до самой смерти. Год назад мне пришлось блуждать по мирам и убить спящую. Человека, с помощью которого корень захватил землю. Уходя из этой чертовой башни, я думал, что война наконец закончилась. Но корень еще здесь. Форд считает, что мы найдем ответ в старых блоках, тех, от которых никогда не было вестей. Я иду в исходный блок, туда, где все началось. Надеюсь найти последнюю связь корня с нашим миром. После этого все наверняка наладится. Думаю, мы уже близко. Если верить Форду, исходный блок где-то впереди. Не понимаю, как кто-то мог здесь жить? Корни подкрадутся, и не заметишь даже. Да, жутковато. Хоть сейчас готов вернуться к бетонным стенам и разрушенным башням. Это затишье перед бурей. Здесь ничему нельзя верить. Я рад служить блоку и все такое, но я не могу долго жить вот так. Как ты справляешься? Скажи это тем, кто погиб до тебя, сражаясь с корнем. Хотя, как тут поспоришь, тебе-то удавалось выживать до сих пор. Какой бы ни была причина, я рад, что ты здесь. И знаешь, у меня хорошее предчувствие насчет этого задания. В блоке 13 есть такой же, только побольше. По словам Форда, исходный блок должен быть где-то в этих горах. Вряд ли его будет сложно найти. Знаешь, мне кажется, было бы неплохо связаться с командиром, оповестить блок о том, что с нами все в порядке, и что мы нашли здесь камень. Ладно, все бывает в первый раз. Со мной же не случится ничего странного.
Yeah.
тебя получилось! С возвращением! С возвращением? Командир! Прошу, Бо. Ну, сколько раз тебе говорить? Простите, теперь Эллен, основатель, командир. Сэр. Просто зови меня Эндрю. Да, сэр. Я пойду проверю ворота. Странный малый. Бо рассказал мне, что тебе удалось найти исходный блок. Хорошо, что мои данные оказались полезны. Мне уже давно не приходилось там бывать. Знаешь, я ведь так и не поблагодарил тебя за помощь на Еш. И я говорю не про спасение из той клетки. Я о том, что благодаря тебе смог найти себя. Я уже давно сдался. Забыл, как бороться. Забыл, зачем я это делал. Но встреча с тобой вселила в меня надежду. Напомнила, что корню все еще можно дать отпор. И за это спасибо тебе. Ну да ладно. Чем могу быть полезен? Все изменилось. Меня не было 30 с лишним лет. За это время кое-кто из здешних успел родиться и умереть. Нелегко налаживать связь с людьми. Одни считают меня легендой, другие — призраком. Черт! А может, правы и те, и другие. Но Эллен здесь потрудилась на славу. Благодаря ей люди еще держатся, не теряют надежды. Ее мать поступала так же. С Эллен? Ну, она разговаривает со мной. Это уже что-то. Я заверил ее, что не намерен брать на себя роль лидера, а просто хочу помочь. Уж чем смогу. Но кое-кто из местных считает иначе. Для них я все еще основатель Форт, герой. Но для Эллен... Я просто дед, которого никогда не было рядом. Даже когда умерла ее мать. Оп, не теряй голову, бродяга. Нужны вещички? Береги себя. Да отстань ты от меня со своей что-то болтовней. Что-то нужно? Что тебе нужно? Пока. Thank you.
Нелегко было. Нелегко было. Yeah.
бродяга. Береги себя. Иди уже. Что-то нужно? Конечно. До встречи. Да отстань ты от меня со своей болтовнёй.